И под ножичкой ты ножик. Надо было реакцию заснять, когда он только пришел. Мой Нику, я вижу в отражении зеркала. Дем, папа спит, что ты кричишь? Понятно. Дедушка, папе пора просыпаться, значит. Кошечка Соломеечка, да? Солка. Сейчас Демка спит, Ника поехала на день рождения к подружке. А я вам решила показать, поближе, поподробнее столик. Папа наш не может нарадоваться, потому что, говорит, за такие деньги купить такую хорошую вещь. В принципе, это удача. Почему он еще рад? Он говорит, без одного шурупа сделан стол. Ну, то есть собрать его можно, и если вдруг он расшатывается, то вот эти вот клинки, они поправляются. И все. То есть все очень-очень добротно. Насколько мне муж сказал, когда по документам там такая бумажечка была, типа, как собирать. Вот. И производство Украины. Надо глянуть, где именно. Папа говорит, выбросили бумажку, и поэтому точно не можем сказать. Но он говорит, я обратил внимание, что Украина. Вот видите, это такая как будто бы мордочка. И видите, везде эти клинки, без шурупов. Все собрано без шурупов. Мне нравится ее мучить, вот так прям нравится. О, она меня кусает. Ой, облизуха. Облизуха ты, да, Солка? Соло, облизуха. Маленькая наша, хорошая кошечка. Вот такой, вот такой, вот такой. Видите, когтей нету. Ты знаешь, что от меня многие подписывались, когда я сказала, что мы кошки когти убрали. Моя маленькая, такая Колюша девочка. Такая Колюша, Колюша, Колюша. Он так любит, когда ей пузо чешут. Пузо чешут, вот так вот. Кусается, кусается, кусается. Кусюка. Не даю спать. Вы знаете, что кошки спят 20 часов в сутки? И только 4 часа играют. Видите, какая она любвеобильная у нас. Но это бывает довольно редко. Ай, а задними... У нее задние когти хорошие, потому что она их точит. И сейчас она цепилась. То есть мы только передние убрали ей когти, а задние оставили. Привет! Девчонки, нахожусь на мероприятии от Эйва. То, о чем я тогда рассказывала. Когда-то во влогах вы видели, что делали фотосессию, портретную съемку некоторых блогеров. И сейчас эти портреты висят у зала. Что сейчас будут говорить, я не знаю. Но я все это засниму, посмотрим и приятно видеть себя. Себя я вам тоже покажу. Я вот думаю, этот постер, они потом куда денут? Можно его домой забрать? Я его так дома где-нибудь повешу. Вот. Начинается. Поэтому... Девочки, вот о чем я говорила. Вот эту вещь я хочу себе приобрести. Очень здорово. Скрывает все неровности. Смотрим. Это кремовый консилер. Вот, Эйвен. Я очень хочу его себе. Потому что мне попробовали, когда делали макияж. И мне очень понравилось. Так классно смотрится и очень не схватывается. Супер.
Проверьте это сами, да, то есть это тоже момент to be true. Вы будете первыми, кто попробует эту продукцию, и я надеюсь, что вы подберете для себя продукты, которые для вас станут любимыми и вам помогут создавать свой индивидуальный лук, с которым вы чувствуете себя хорошо и уверенно. И сегодня мне очень приятно с этой импровизированной сцены представить вам наш самый большой и самый масштабный альянс следующего года, с которого, я уверена, начнется очень успешная история бренда Avon True в Украине. И мне очень приятно представить вам сегодня новое лицо нашей декоративной косметики Avon True, Машу Ефросинину. Спасибо, здравствуйте, девочки. Опять распаковочка. Кошка, не ходи по моим кофтам. Смотрите, у меня тут две маечки офигенские. Я уже показывала интернет, ну, рассказывала, в общем, случайно вам показала, и вы начали спрашивать, откуда. Есть интернет-магазин, и есть магазин в Николаеве. Вот, и там можно приобрести хорошие вещи по хорошим ценам, прям очень хорошим ценам. Вот, вы у меня начали спрашивать, я с вами поделилась, и вы были благодарны. Я решила опять вам показать, опять поделиться, потому что очень прикольные маечки. Сейчас модно майки в белевом стиле, и вот одна у меня такого изумрудного цвета, она мне безумно нравится именно из-за цвета, из-за материала. Вот, одна вот такая, а вторая, ну, по материалу другая, это бархат. Вот, и у меня есть под что одевать. Я вам тоже покажу луки и покажу эти вещи еще в своих зимних покупках. Вот, и скажу, где. Ну, здесь, наверное, может, ссылочку оставлю. В общем, в Инстаграм есть очень хороший магазин. И вот, видите, я уже начала к весне готовиться. Хотя только зима. Вот, в общем, очень классные. Мне нравится. Дальше. С чего начать? Давайте вот с этого, потому что приехал курьер и привез вот такую красоту. Это торговый центр Дорынок, то есть такой как бы совсем торговый центр, огромный-огромный. Я была удивлена. Я, ну, хожу на Дорынок, кое-что покупаю. Ники там покупали школьную форму, и тут вдруг мне присылают. Я была удивлена, вот честно. И прислали они три билета, в общем, мне и моим детям на музей сказок, то есть на сказку, 24 числа на 15:30, но вы не поверите, я уже иду с детьми в этот же день, только на 10 утра, и, ну, с мужем, то есть у меня 4 билета есть, и тут я понимаю, что, ну, мы же не пойдем опять в этот же день в обед, поэтому я хочу в Инстаграм, не знаю, подарить кому-то, разыграть, даже, наверное, не буду я разыгрывать, а вот кто первый из Киева, честно, напишу,
так что заглядывайте в Инстаграм, у меня там иногда бывают полезные розыгрыши. Вот кто первый мне отпишется, что вот он готов пойти, я тому и отдам билетики. Ну и вот Эйван, я была аж на мероприятии, вы во влоге видели. Маша Ефросинина стала лицом компании. И та-да-да, вот она, красавица. Я присяду. Вот. Я ее очень люблю, она шикарная ведущая, прям как человек, как мама. Я прям, ну вот знаете, это из тех людей, с кого можно брать пример. Мне она очень нравится. И на этой презентации рассказывали, как генеральный директор Эйвана, как и Маша, что сейчас надо быть собой, не надо тонны косметики на себя наносить. Все, вам покажу, это бордовый, офигенский классный цвет. Смотрите, почему она здесь беленькая, это из-за увлажнения. То есть она идет увлажняющая. Поэтому буду пробовать и в своих видео макияжах показывать. Мне так в последнее время нравится снимать видео макияжа, у меня теперь есть где. Ну и вот тушь. Тушь я еще, конечно, не пробовала, но я себе ее оставлю и хочу пробовать, смотреть. Для повседневной, я думаю, жизни она будет очень-очень хорошо. Краса начинается с тебя. Вот так вот. Такое прикольное зеркальце. Так, ну что, Ника распаковала? Распаковала, играет с кошкой. Смотрим, что у нас здесь. Ой, как красиво. Так, та-ра! Ух ты! Ника такая. Блин, как я люблю имбирные пряники. Ой, шарфик оторвался. Ника сразу шарфик захавала. Класс, какая красота. Соло. Нравится? Ой, я попробую. Можно? Я обожаю имбирные пряники. Я съела глазурь, а ты само печенье. Смотрите, как красиво. Класс, 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 класс. Соле тоже нравится. Спасибо большое торговому центру «Дарынок». Порадовали моих деток и меня. И ну кошка. И, соответственно, тому человеку, кому достанутся салами, грызет уже звездочку. Отстань. Оторви кусочек. Нет, не здесь, нет, не отсюда. Где-то тут уже было поломано печенька. Вот. На звездочке, да, нет? Вот, здесь вот. Ну и, соответственно, тому, кто выиграет, кто первый напишет, тоже спасибо от Дарынка. Вот так вот.